9 мая этого года мы отмечаем великую дату, День Победы в Великой Отечественной войне. 70 лет прошло с момента победы, но жизнь показывает, что эту победу у нас пытаются отнять. В преддверии этой даты особое значение получают вопросы патриотического воспитания и изучения нашей собственной истории, нашими детьми. Как говорили древние, лиши человека памяти, лиши истории, ты получишь подрубленное дерево. Каждый год выходят книги, посвященные в той или иной степени, посвященные Великой Отечественной войне. О патриотизме, о любви к родине, о героях Великой Отечественной войны, о героях Афганской войны. И в этом году по просьбе многих руководителей патриотических клубов кадетских в республику был приглашен Николаев. Виктор Николаев – это человек, который сам прошел Афганистан, он офицер. Он пишет о невыдуманных людях, о невыдуманных историях, пишет очень талантливо, доходчиво. Самое главное, его не только слушают, но и слышат. Когда мы были в Афганистане, приехал министр обороны, и он сказал: мы думали, что вы паркетные войска, а десантики, и умеете только ходить на параде. Но война в Афганистане показала, что вы ничем не отличаетесь от воинов Великой Отечественной войны. Вы переняли и сохранили все то лучшее, что отличало русского солдата. Это самопожертвенность, это героизм, это смелость. Были опасения, что все-таки вот современная жизнь, современный мир, они изменят человека. Но, как показала чеченская война, уже совсем близкие к нам времена, а в наших солдатах, в наших ребятах это все осталось. Русский солдат лучший солдат, это все говорят. Литературная деятельность начиналась не просто, допустим, как писательская сразу. Я человек военный по образованию, заканчивал военное училище, потом военную академию. Вот, есть такое понятие «час икс». Оно на языке военного в большей степени порой за какие-то доли секунды даже меняет его судьбу и биографию. Это случилось и со мной, когда я учился еще в военном училище. Это Курганское высшее военно-политическое авиационное училище. Это был третий курс училища, ноябрь 79 года. И эшелон призывников с Кавказа по Челябинскому устроил страшный бунт. И в результате этого бунта были убиты все проводники и проводницы. И наше училище подняли по боевой тревоге, и мы этот мятеж подавили. И после этого мое образование пошло уже несколько по иному направлению. Нас стали готовить уже к войне. Уже шел Афганистан, и когда мы выпустились из училища, была недолгая служба была на Кавказе, и оттуда наша группа ушла непосредственно в Афганистан. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Было 12 человек, подготовленных ребят, все были взаимозаменяемы, то есть мы могли выполнять любые задачи, и врач, и сапер, и подрывник, и снайпер, и так далее. И все шло в относительно штатном режиме до 3 января 1988 года. Задача была такая: найти ребят и доставить на базу. Нашли мы их довольно быстро, и уже когда возвращались на свой аэродром, то при заходе на посадку мы были сбиты. И, значит, вертолет наш упал на минное поле и подорвался. Я летал до носового пулемета и оказался самый живой, потому что упал на кучу наших ребят. И вот что бы я хотел сказать. Вот знаете, есть такое понятие «ёкнуло сердце». Оно в подавляющих случаях знакомо только женщине, матери, жене. Ёкнуло сердце у моей жены.
И я была серьезно. Она говорит, я внезапно почувствовала за тебя беду. И мне, говорит, стало ужасно, больно и страшно. И вдруг она начала читать молитву, хотя мы были люди не крещенные и в храм не ходили. Но знаете, если, видимо, у тебя в роду есть крещенная кровь, то вот это все равно будет передаваться по наследству, как многое передается по наследству. И вот пока она читала вот эту молитву, мы позже сравнили, она была похожа на молитву «Отче наш». И вот я под это «Отче наш» ползал по минному полю с сильнейшей контузией, а плотность заминирования была, ну, примерно 1,5-2 метра мина. И ни разу не подорвался. Но когда закончился Афганистан, я вернулся уже в Россию, поступил в военную академию, то, когда учился на третьем курсе в академии, то последствия сказались таким образом, что я на занятиях потерял сознание. Меня доставили в госпиталь Бурденко, сделали обследование. И диагноз был такой – рак левой височной доли. Врачи пригласили мою жену и сказали, ну, будьте мужественны тому, что мы вам сейчас скажем. А скажем мы правду, и будьте к этому готовы. Ваш муж все равно умрет, не приходя в сознание, и проживет максимум около 3 месяцев. Но операцию мы делать будем, это наш долг. И еще нужно ваше согласие на эту операцию. Я еще раз хочу сказать о мужестве женщины, знаете, вот о ее стойкости, о том, как она вот в самый закритический час, когда уже надеяться не на кого и верить ни во что, вот сохраняет разум и самообладание. Она сказала операцию делать, что будет, то и будет. И вот когда шла операция, она читала молитву «Живой в помощи», 90-й псалом. 8 часов шла операция. И она 8 часов, не отлучаясь, не прерываясь и не отходя, читала 90-й боевой псалом. И последствия вот этой молитвы и вот этой любви закончились тем, что мы сейчас с вами ведем этот разговор. Потом был долгий процесс восстановления. Я учился заново разговаривать, ходить. Знаете, разговаривал я наоборот. Вот как мы сейчас с вами говорим, только я произносил слова наоборот. Вот. И где-то на вот этот процесс восстановления у меня ушло около 1,5 лет. Вот. Я плохо ходил, но постепенно вот медицина помогла и все остальное, и молитва, что я стал себя чувствовать относительно нормально. И в это время я уже стал служить алтарником, это храм Казанской Божьей Матери, и началась писаться вот эта книга. Знаете, она писалась не для того, чтобы стать мне писателем или еще кем-то, она просто писалась на память для моих друзей. Сегодня у нее уже 18 изданий, тираж у нее более 1 миллиона, она известна во многих странах. Потом захотелось написать книгу о другой войне. Знаете, мы очень плохо знаем свою родословную. Вот родословную собак и кошек мы знаем хорошо. А своих, ну, максимум дедушка, может быть, прадедушка. Вот у меня 2 деда, по отцу и по матери, герои Советского Союза, которые погибли, и погибли героически. Но вот название книги «Из рода в род. О родовом грехе», она писалась, знаете, вот с таким смыслом, что если, видимо, в роду есть нераскаянный грех, и он будет передаваться по наследству. Вот как по наследству передается, допустим, какие-то виды материальных благ или еще что-то. И также может по наследству передаваться грех. И вот такая же ситуация сложилась и в нашей семье. Я пошел по пути военного, а родной брат имел 2 судимости за разбой, в итоге убит. Поэтому вот что такое зона, муки матери, отношения родственников, это все прошло через нашу семью. Когда к тебе относятся как к брату заключенного и отворачиваются родственники, а на помощь приходят совсем другие люди, просто приходят к твоей матери и говорят, ну давай тихо посидим. Когда эта книга писалась, у меня было много поездок по стране, и всегда включали обязательно
какую-то зону. И однажды была у меня встреча с одним, знаете, стариком, который в прошлом тоже прошел непростую судьбу и был так называемый вор в законе. Потом он отказался от своих дел и покаялся. И вот есть такое, знаете, простое русское слово «прости». Когда «прости» говорят родным, когда дети говорят «прости» родителям, когда муж говорит «прости» жене, «прости», нам ли ссориться, нам ли искать какие-то особые отношения друг к другу. Мы прожили с тобой хорошую жизнь, давай поживем еще для наших детей. И вот силу слова «прости» осознали и мы, еще будучи в Афганистане, когда наша группа получила задачу на разведвыход. У нас было 12 человек, но нас высадили, к сожалению, не в том квадрате. Вот есть такое понятие «квадрат по улитке». Нас высадили не в том квадрате, и мы почти сразу оказались в засаде. И в результате вот этой неправильной высадки двое ребят были убиты и почти все ранены. Убитых мы несли на себе, но когда поняли, что уйти не удастся, тогда принимается абсолютно штатное решение войны заполяниться, то есть залечь, навязать бандгруппе последний бой и закончить жизнь самоподрывом. Это нормальное состояние войны, в плен никто сдаваться не собирался. Убитых кладем крест-накрест в центр, сами залегли ромашкой, есть такое понятие ромашкой, нога к ноге, глаза по горизонту с обзором на 360 градусов, и начинаем ждать. И вот лежим 5 минут, душманов нет, 10 минут нет. И вдруг мы начинаем внезапно просить друг у друга прощения, что «Леха, помнишь, обидел? Ну прости, ну жить осталось минуту». Или «Сашка, помнишь, что-то взяла, не вернула, и ты прости». И пока звучало вот это простое слово «прости», душманы прошли мимо нас, они почти наступили на нас, и нас не заметили. И просто хочу сказать, что это такова сила слова «прости». И вот когда была встреча у меня с этим стариком в Сибири, его, к сожалению, нет в живых. Его там знали как Петровича. Он прошел Отечественную войну и прошел штрафбат. В штрафбате он оказался за то, что убил начпрода за воровство. Потом у него была нелегкая судьба, была семья, потом семья распалась, было несколько судимостей. И вот уже на склоне лет у этого старика тоже вдруг появилось желание прийти в простой деревенский храм и сказать вот это слово «прости» простому деревенскому священнику. Он за все, что в жизни натворил, и все, что казалось мне до этого, знаете, правильным, и вроде бы везде был я главный. Оказалось, что, в общем-то, я был не главный, как сказал Петрович. И у меня был с ним очень долгий разговор и очень полезный. И он мне тогда сказал: «А ты знаешь, где я умный стал? Вот окончательно умный. Окончательно умный я стал на кладбище, когда блатные убили моего друга Веньку. И вот тогда стою я, лежит покойник Венька, рядом стоит старенький отец Василий. И вот тогда, говорит, до меня дошло главное, что где бы нас, русского мужика, не носило, чтобы мы из себя не корчили и не представляли, мы все закончим под крестом и при батюшке». Однажды мы этому старику привезли то, что наша молодежь смотрит каждый день. Это если касаться, допустим, такого направления, как культура и современное воспитание. Вы знаете, мы воспитывались ведь на других фильмах, на других музыкальных группах. И там всегда в основе угла стоял подвиг, семья и слава. Слава русского солдата и патриота. А я вот, представьте, всю жизнь гордился своим делом. И отец моим гордился, и дед. Но другие богатством гордились или знатностью, а мы – профессией. А что это за профессия? Родину защищать. Есть такая профессия взводная. И вот вот эти вещи, которые смотрит сегодня наша молодежь, мы привезли этому старику. Подключили аппаратуру, которую взяли с собой.
Он несколько минут посмотрел одно, потом другое, попросил выключить, помолчал и говорит: вот когда будешь встречаться с людьми, особенно с молодыми людьми, ты им передай, что это не звери, это щенки. Скорее всего, они будут шоколята. А вот настоящие звери, кто это придумал, профинансировал и выпустил в мир. А еще передай, что на каждого зверя есть капкан, или своих загрызут, сказал старик. Поэтому, когда вот эти вещи навязываются нам, как культура так называемая, то, знаете, за все придется платить. В книге «Безотцовщина» у нее двойной смысл. Что бывает в семье, когда нет отца родного, а если он есть, то, как бы это поделикатнее сказать, лучше бы его не было. И когда вот эта книга писалась, то я специально побывал во многих местах, где проводит свое время развлекательное, так называемая наша золотая молодежь. Я видел их поведение, я видел их цинизм и хамство. Это я еще говорю литературным языком. Знаете, я хочу сказать, что эта молодежь не золотая. Золота там нет, не было и никогда не будет. А вот настоящая золотая молодежь – это ребята из золота высшей пробы, уже сегодняшняя молодежь. Сегодняшние ребята 18-19-летние. Это Евгений Родионов, это парень-пограничник, которого чеченские боевики взяли в плен и сказали: снимешь крест – останешься жив. И Женя крест не снял. Его жестоко казнили. Кстати, все боевики, которые имели отношение к казни Родионова, все уничтожены. Еще золотая молодежь – это 6-я рота Псковской десантной дивизии, которая в количестве 90 человек удерживала бандгруппу из 2500 на Северном Кавказе. Эти ребята погибли почти все. В живых осталось 6, но они практически все стали героями России. Вот по своему духу, по своему патриотизму и по своему подвигу. По почерку преступления можно определить национальность. А вот у чего точно нет национальности? Национальности нету подвига. Национальности нету милосердия и добра. Однажды был такой момент, когда ребята пошли на выполнение задачи, уже проходили Ставропольский край, шла колонна, несколько КАМАЗов. По дороге был, знаете, такой, ну, обыкновенный разговор, какой бывает у молодежи. И вдруг один сержант говорит: ребята, смотрите, на горе стоит деревенский храм. Давайте попросим у командира заехать. Кто знает, как сложится наша жизнь. Его все поняли, подъехали к этому храму, их встретил батюшка. Каждого подвел к своей иконе. А вот этот сержант-десантник подошел к распятию, к кресту, вытянулся и отдал кресту честь. А потом в ближайшую Пасху вот эти ребята в ночном небе Грозного трассирующими пулями написали: «Христос воскресе!» И вот эта надпись висела довольно долго. Понимаете, вот это тоже высший пилотаж морали, когда человек, оказавшись вот в такой непростой жизненной ситуации, буквально за какие-то минуты начинает пересматривать свое отношение именно в лучшую сторону, вот так, как бы ему хотелось жить на самом деле. Когда писалась книга «Время подумать о главном» Шамбурдинские истории, у меня просто были встречи с людьми, которые туда приезжали, и были разговоры, что привело их туда. Был разговор с одной женщиной, у которой была, в общем-то, хорошая семейная жизнь, но это бывший бухгалтер, простой бухгалтер, который однажды, к сожалению, совершила ошибку и была осуждена. Когда мы прожили с мужем, и вот эту я ошибку свою совершила, он мне всегда говорил, что я была любимая. На самом суде он от меня отвернулся. Он везде проходил как свидетель. Он ни разу не сказал «моя жена». Он ни разу не назвал меня по имени. Он все время говорил «она», «это», «осужденная». Говорят: «своих не бросаем». Говорит: знаете, бросаем. И еще как бросаем. Бросаем жену, потому что нашли лучше.
бросаем детей, которые родились больными, и оставляем их в мусорной корзине. Понимаете, бросаем родителей, которые больны, и нам не хочется за ними ухаживать. Это мы все бросаем. Мы очень много говорим о подвиге, о героях России. Но не оставить человека в тяжелый час, больного человека, когда вот такая трагедия происходит в семье, как осуждена жена, и оставаться рядом, вы знаете, это тоже подвиг. Сейчас пишется новая книга, и, знаете, там будет глава детского юмора, называется «Смешинки от Маринки». Однажды у нас побывали очень хорошие люди в гостях, и мы уже провожаем, и в дверях стоим. Я говорю: «Маришка, что нужно сказать, когда уходят гости?» Она говорит: «Слава Богу!» От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещаны одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Меня зовут Лобанов Владислав Васильевич. Я ученик 24-й школы. С детства я мечтал стать офицером, поэтому и поступаю в высшее военное учебное заведение. Мой отец – ветеран боевых действий, офицер МЧС. Мой дед был офицером, а мой прадед был участником Великой Отечественной войны. Поэтому я хочу пойти по их стопам. Ведь плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Thank you.